для старших, сравнить корень из двух плюс корень кубический из трех, четырех. Сравнить, вот так пишется, сравнение. ЛГ, может кто-то еще помнит, так, наверное, сейчас записывают. Десятичный логарифм 999. Эта задача была на олимпиаде преподавателей. Прикольно. Сравнить вот эти два числа. Ясно, что они будут близки, но самым простым способом, то есть без калькулятора. Калькулятор, конечно, можно, воспользовавшись, получить это легко. Но вот так. Еще очень хорошая задача. Мальчик на эскалаторе называется. Мальчик бежал по эскалатору с постоянной скоростью и насчитал 50 ступенек. Он бежал два раза. Первый раз он бежал. Насчитал 50 ступенек. Второй раз тот же самый мальчик бежал в два раза быстрее. Бежал. Насчитал 75 ступеней. Он бежал по ходу движения, да? Вниз. В том же направлении. В два раза быстрее бежал в том же направлении. Если крутяк, то вверх оба раза, если не крутяк, то вниз. Да. Ну вопрос. Да. Сами можете догадаться, какой. Сколько ступенек настоящего скалы? Да. Как сказал один мой знакомый, точно говорит, я знаю, что если бы он стоял, то он бы насчитал одну ступеньку. Да неподвижным. Слушай, а был же еще. Ну это на грани с физикой. Помнишь, стадион у тебя был? А, вот он. Нет, стадион не тот. Другой? Да, другой, который, который человек пробегает, ой, не стадион, а марафон.